О, а там не один спулил. А нахуя вы пулили колоса? Я так и не понял. Ну, стоять, гонять, это тоже не прикольно. Это диван, да. Это прикольно, когда полрейда, блядь, лежит, ну. И АФКшит полрейда. Диван. Даже в Дискорд не зашел. Я зашел. Надо из инста выходить. Выходите из инста, кто там? Ну, сам Ирвиль написал, я уже не зайду сегодня, и по мне не морозь, только пусть списывается, приеду числа 2-3. Так, что, не заходим в инстаг, заходим? Что, на ком-то диван есть? Нет? Заходим, нет, заходим. Заходим и сбежим сами на... Зачем вы к слепцу пошли? Я не понимаю. К Гидросу идем. Дживс есть, а то я поломан. Микрофон ближе, да, к лицу. Гидрос. Для Гидроса у нас нету хилов. Мы сейчас добираем. Так, так, так. Микстурка, значит, лидер. Юнус рейд. Так, 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 так. Ша буду. У тебя нет, упало, чё там вообще, привет? Упало четвёртый ката, чё там? Только 4, без плюсов. 1+. О, Суджира, ты чё, в Йельду вступил? Да. А чё это он так решил? Я его попросил так. Да. Ему сильно понравилось в Хаммерах. Да, Антон. Знаешь, я туда красиво вступил, короче. Я рассказывал, нет? Вступаю в Дум Хаммера. Через 2-3 дня мне такой чел ночь там, мы сидим в этом дискорде. Он говорит, я типа ухожу на охоту, вся хуйня. Он бухой был в пиздец и говорит, ладно, типа, кому отдать рогу? Я ему говорю, что, у тебя есть ШД? Он говорит, нет. Я говорю, тогда не надо нахуй твой рога. Он такой, ладно, такой вышел из дискорда, вся хуйня. Через 5 минут он мне пишет в ЛС, типа, слушай, тебе надо голд? Я говорю, не, у меня 60к, он говорит. Да похуй, я все равно играть не буду. И накидывает мне рецов, короче, на 60 тысяч, плюс еще полироли там и эти... сердолики. Я такой, заебись, красиво. На следующий день я просто выхожу и закажу к вам в гильдию. Я говорю, не зря вступил. Ничего себе, наследство достал. Да. Это... А ты не хочешь, не хотел бы наследством поделиться? Не, нахуй. Стоп варом серва. Не? Ты сделал вара серва? Идем на Гидрос. Так, ну шо, нет. Парни, вы меня это до 11 подождете, как всегда, да? Нет. Конечно, так, конечно, да. О, мы уже Вайши убиваем. Мастер. Чё? Да, Вайши, 17 тел, я вижу. Я, чё? Короче, до этого. На Гидроса идем. Да. Ну, кстати, на Каратреса смысла нет идти без Холли Паладина хотя бы одного. Ой, прости. Слышь, Саря, а ты чё, если сделал варом или купил? Нет. Ну я же когда-то был топ-фаром серва. Надавал его, нет? Смотрите, если по фуллу сегодня идете, то в 11 я 100% уже буду. У нас двух холипа... у нас холипала ни одного нету, как мы каратресы будем делать. Сейчас нету, а через час уже и появится. Ну, не знаю. Один холипал есть. Сомалийский может спекнуться.
Тем более мне еще надо покупать, я цветение думал купить. Так что, на Гидроса будем? Смотрите. Пошлите на Гидроса. Давайте мы сначала пати доберем, а потом будем думать, на кого мы пойдем, да? Хорошая идея, на самом деле. Ну, такое. По мне, так отличная идея. Так, это все прекрасно. А, вон туда. Ну, замечательно, просто мы уже здесь стоим, так что сумоньте нас. Смонят. Пиздец, я даже тут одну, этот не могу открыть, нахуй, банк, блядь, посмотреть, какой тут шмот на ршаму есть. Чё-то наш манна решил зайти, да? Так хилов-то нет? Да нет хилов, но... Обычай, чё, он зайдет, нет? Угу. Ну, у человека КД просто на ике. Говорит, квест не смогу сделать. Ну, умирай там нахуй, блядь. Проблема в том, что у меня нету никакой халки в сумках, блядь. И купить их я не могу. Ну, чтобы тебя на почту отправили, по-моему. Можно с почты, по-моему, можно забирать, я не помню. А ну дайте мне в обмен что-то. Не, нельзя делать обмен. Я тебе плюшек ставлю за сумку. Взять ты их точно сможешь? Ну, кинем. Да не рыбу, ёбаный. Так у меня больше я нету, тебе... нихуя. Халку, блядь, какую-то наманую. С кого есть халка наманую? Банка? Халка, блядь, и банка. Чья мамка? Твоя. У кого химия есть? Какая химия? Царь, есть у тебя халка на ману? Нету. Пидар, вон там, да, вон там турбока стоит. Вон там стол с турбоск вставал, берите. Все, есть. Его турбо взял стол. Да, два друида. Это хорошо. Ноль холипалов. Сомалийский в холле ты пока не стоит. А есть у меня спределя? А этот, а со стола взять не можешь, если турбо поставить? А взял я уже. А взял, блядь. Да и чулана нету. Но сегодня его не будет. Ну что, ты говорил, что ли? Угу. Говорил, а зачем ты мне столько хавки даешь? У меня ж есть.
Такс. Нам надо. Бочего. Есть. Нам нужен один ДДшник. Желательно Шредер. Который непонятно где АФК что. Уже 20.00. Микстурка ебашь ему ГП, я предупреждал. Не только ему, да, блядь. АФК, да? Да, все остальные тут. А пан где? All Must Call X говорил магия. Пан шансовал. Вот он в рейде, пожалуйста. All Must Call X сказал магика, убьет, придет в рейд. Ну, на магике, видать, вайпы. Ну, давай тоже, смотри. У человека там, да, вот, другие дни там заняты будут. Пока мы трэш почистим, давай, до босса, а там уже посмотрим. Не, подожди, трэш для босса. Мне вот интересно, Шредер, почему Шредер не в рейде? Почему человек со званием завоеватель, типа ветерана, да, из мейнстатика сидит в CLK, когда у нас надо этот ZS идти? Я пишу на ФК, не знаю. Значит, вот херачим. Не надо его расшаловать, надо херачить ГП ему за это. Слышь, он мастер говорил, вообще-то блядь. Плюсовать тебе в ПМ, а он тебе в ЧС, если чё. Если чё, он был в ЦЛК, когда я говорил плюсовать в ПМ. Если чё, так. Я знаю, что он мне в ЧС, я открывал гильдии, специально смотрел. Раскатов ждем. Блять. Да, конечно, мне не нравится. 24 человека ждут одного. Малик это не будет, или он не предупреждал? Нет, подожди, ну может он зайдет попозже, я не знаю. И подожди, как бы должна быть уважительная причина. Почему ты сидишь как бы в онлайне и не идешь в рейд? Я вот этого не понимаю. И морозишься, это вообще конечно надо быть. Ну, хуйня, если бы он сидел в онлайне и АФКшил, это полдня. Он АФКшит, я пишу в личку, АФК в личку, понимаешь, пишу ему. Господи, это... ДНД поставил и все, и ходи куда хочешь. Так хотя бы писалось босса бьет, тогда ТП, я вот сколько пишу, тупо АФК, даже босса не бьет. Если ты поставил ДНД, то тебе не будет ДБМ отвечать. Давайте это вольем. Бейте все. Это перчатки нужны? Вот эти на ОКО. Т5. Кому? А что тут? Нет, вроде. Да, в ФГ поспамить. Да, Дум. Типа, да, хотели. Давайте, за Думу надо. Дум пришел, ему Думу надо. Думу надо. Тум как пришел, так и ушел. В смысле, он тут. Нет, давайте вначале с гильдийцем повыбиваем. Нет, даже. Так, ну вопрос, ни хрена не спорят. Я в плане того, что ну, чувак тоже нестабильный. Ну, не получается у него, значит. Раньше играл все нормально, сейчас не получается. А у него там свои обиды, блядь. Смотрите, лужа сейчас будет, и может мобы вылезут. Ну, допустим, у нас сомалийский в холле пали, окей. Мастер, да ты подожди пока с холле палами. Тут до этого, как каратреса, без холле палов спокойно все убивает. Но я бы так не сказал, тут нужен холле пал. Лужи ушли. Будет босса того хвата. Не босса, а колоса. Отошли все. Ренжи взяли пока вместе. Смотрите, лужа будет. Или давайте я его вниз спущу. Я... Добивайте. Хорош. Тут уже большого спули. Так он же шел. Че, сбегаться можно, нет?
Да, бейте, все бейте. Колоса можно бить. Где она трэша увидел? Пан что не идет, кстати. Ну, а ты у Блатыха не знаешь, что у них есть такая же фигня? Где Моса? Моса вылетел? Еще и, блядь, Андро нету. Пиздосно. Шейпера нету вообще, блядь, я не знаю. Давайте ждем всех. Не агрим сейчас никого. Такого на один. Я всегда знал, что он наркоман. Сейчас следующего заливать будет. Либи, как всегда, со своими пэтами. Блять, заебали, блять. Следующего играем сейчас. В нового играем, живо. Я было. Ну, у нас кто-то терминатор. 4D5 идет. Ну, сейчас посмотрим на боссе, как это 4D5. Ну, ждем Мосу, я ничего другого не вижу. Что отец царя спит, ничего. Вон. Моса, по-моему, зашел. А смысл? А, не. Это по карте баг. Эвинар, АФК, Пан. Она предупреждала, что на 15 минут отойдет в магаз. Угу. Ну, ждем туда, что чилимся, не знаю, сколько. Перекур. Поставь перекур. Минут 7, я не знаю, может, чуть больше. Я не знаю, такое желание бывает, знаешь, хочется уйти в другую гильду, просто где люди ходят на РТ, а не так, что они кричат, где рейдер, где там лидер, это ДТП. Собираешь, ждешь, никто не идет. К черту негатив, ребята, все хорошо. Все просто замечательно. А что, будет черная пятница, там 40% скидки, все дела? Будет, с 22 по 24. Хотите поржать с меня? Короче, я только что... Ты набрала вес? Нет. Короче, только что прочитала то, что в ледяном прикосновении в руническом ударе и в луже написано «Значительно повышает ваш уровень угрозы, сука». Я типа все время думала, то, что типа там не написано, но оно так... Оно там написано, блядь.
Блин, Алис, почитай их вначале, потом... Вообще читай, Алису, полезно. Я никогда не читаю, что скиллы делают, я просто жму кнопочки 1, 2, 3. Так, насколько я помню, элементали бьют физическим, босс бьет магией, да? Босс бьет физиком и магией. Если у вас магия, всегда саппорт. Тоже. А есть у кого джи? Посадьте, пожалуйста. Только что ставили. Поставьте еще раз у кого джи. Да я могу портануться в самолете. Давай портись, Думчик, с умением. Блядь, да тут у полрейда джипсы есть. Блядь. Ребят, поставьте джипсы. Чё? Жлобы одни, походу. Блин, им басмагон допить. Лутер на себя миксурка поставь. Да давай, я, так как я танк, чтоб не задерживать, я лутер этим. Ага. Ага. У меня аккаунт, дай хуй. Ладно. Дайте войду. Или турбо. Турбо тут нет. Он отошел, походу. Да многие еще отошли. Рэй, Фэл, Шерпан. Ребята, вы в курсе, если босса вот сюда отвезти, к флагу, он меняет фазу, приколитесь. Реально, что ли? Да. Нихуя. Так. Для танков, смотрите, ладно, как били, я так примерно вас поставил, метки вам поставил, сейчас, секунда. Со стороны дом, черепа два моба на черепе, со стороны креста два моба на кресте. Как хотите, да так забирать. Войд и Алиса на трэш, и микстурка на босс. Все подошли, да? Нет, не все. Так, кому СС дать? Турбо, дай МК. У нас один друид, да? Так, СС по микстурке. По Void Defender. Так смысл? И смотри, подали, я да. Падаю, и босс срывается на рандомных, он-то не таунтится. Я не упаду, не нужно мне СС. Мне кажется, лучше СС на кого-нибудь из ТДшников. На Далина СС повесите, на. Так, сколько СС вы развесили? Один на микстурку, да? Я не давал. Мне не надо. На Далина я повесил. Виби, ты на кого? Микстурки уже кинул. Ну да ладно. Козум. А кто повесил на Далина? Козум. На Далина повесил Казум. Не, я на Войд повесил. А, ну тогда Далина кидаете, чего? Ладно. Огурцы берем? Да, огурцы, по-моему, даже 80к тулит. У меня лагая не всегда берутся, да. Я, кстати, вот понимаете, для того, как Виби говорил, я представлял его, ну, по-другому немножко. И да. Как только Виби начал говорить, я такой сразу, что это за наркоман? Бутылки раздавали, нет? Скажите. Нет, я не могу раздавать. Я вообще думал, что это 17-летний пацан какой-то. Лиса, я вообще, блядь, приняли за мужика, нахуй, так что не надо. Я и не подтверждаю то, что я женщина. Я просто этот малолетний пистобол. Турбо, подойди сюда, пожалуйста, ко мне. Где
Дима, микстурка возьми, припотов два стака, я тебе оттуда. Сейчас. А припоты вам еще секунду. Да зафиг припоты, я вообще не пойму. Типа, блин, бой с боссом очень долгий, это там быстрые бои. Я понимаю. Сейчас, подожди. Наркоман на Вибе, не слушайте его. По два припода, по два зелья. Бычьи головы. РДДшники ромбику обмен. Милики мне обмен. Ух, сейчас утро будет, а там начнется закрывание инвентаря. Так это, так это. А там по фласке сегодня раздают? Или там я опять тебе все разместил? Я тебе сапрон дал. А два припота только нарыло? Да. Да, используй с умом. Не, на этого босса. Это мало. Ну. Возьми микстурка два стака, мне я тебе голду дам, да и все. Сейчас, подожди. Да мне не надо голду. Давали. Я чисто на этого босса хочу взять, а на остальных потом посмотрим. То есть на слепого я не вижу припота смысла. О, сука, блядь. То пиздец, я не могу выбросить ничего в сумке, блядь, и у меня один слот нахуй. Заебись, блядь. Ёбаная хуйня, блядь. Дай мне только фласки. Без припотов. Казум, Фелшер, Кости, Старый Обезьян, Элрей, Войну зад. Элрей. Сек. Все, тут, тут. Войну зад. У нас нет 5% крита, да, Мелик? Всем похуй. Каких 5%? На миликов, что ли? Ну, типа криты, да, от фурика или от... Ну, у вас 3 армса, похуй. Заебись. 3 наркомана. Геру давайте. Нормально это зачем? О, царь, у тебя противник появил. Готовимся, переходка. Какой противник? На мне только 3 стака, вот только что 5 набрал. Переводили. Угу. Стопаем ДПС. Так, бычьи головы, гимноманов. Угу. АОЕ заливайте. Ой, дайте мне анхолика, ну. Пожалуйста. Пятьдесят процентов. Заливайте быстрее мобов. Готовься переводить. Угу. По мобам сыграли.
стопнули. Па, найди бей. АОЕ заливаем. Микстурка, зачем? Я лужу даю, я никого не агрю. Так, Далин, залей мне ману, если есть. Лачдана ману. 100%, быстрее мы его добиваем. Готовься переводить. Переводи на. В луже. 10 секунд еще, подожди. Стопнули. Помешались. Готовимся, быстрее мобов заливаем. Что ж ты так кричишь-то? Как собака резаная. Так, шансун гимномана. Переводи. Доливайте, доливайте, доливайте. Все, перевожу. Так, классная гимномана. Меня выкинуло, походу, дела. Бог. Бог. Готовимся переводить. Переводи, переводи. Угу. Трэш, трэш, трэш. Трэш, быстрее, уешим. Алло, дадашники. Так, царь гимноман. Я что-то с ДПС. Да, ДПС хороший, АОЕ плохое. Быстрее АОЕшим, блядь, забейте фу хуй на босса, блядь, АОЕшь, блядь. Страж живой, нахуй, уже 25%. Аварей умер. Ну, да бейрить. Загрос, идите. Бейрить надо. Бейрить, Далин. Либо, блядь, бьём. Костель гимномана. Перевожу, стоп мне. Ой, назад, гимномана. Турбо, за агрой следи, я в глыбе. Опять глыба. Отойди, ренджу возьми.
Готовься, переводи, переводи, переводи. Угу. Хорошо. Да ты как-то вообще повел. Не так. О, дух сработал, значит микстурку сейчас. Агро, 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 агро. Промах, промах, промах. Свайда заберите, блядь, трэш. Войд в танке. Войд в танке. А, я думаю, хули враг шьется. Больше трэш. На, врайте. Надо переводить. Трэш играйте. Переводи, переводи, переводи. Блять, Алису уронили нахуй. Один заэвейдил. Не убьем. Вот падаем, то падаем, много легло. Диваны раздать. Че ты по мане так садись, я ничего не пойму. Да он же спамит цепной по КД и все. Какой цепной, блять, посмотри нахуй, сколько у меня цепной, блять, а сколько у меня волны, блять. У меня нет рекаунта, я посадку. Но обычно из-за, ну, просто от спама сильного. Чего за проблемы с АУЕ? Да мало АУЕ. ДПС хороший, АУЕ мало. Почему фан месте по ДПСу? Ну, после перевода не бьет. Какое-то время. И ты хочешь сказать, поэтому он босса за перевод босса и перевод трэша. Если что, блять, нам по трэшу не хватало ДПС, а не в босса. Блять, интересно, я могу сбить усилки винту тут или нет, блять? Нет, ничего не можешь. А, у тебя усилки не в инту, тогда все понятно. Да у меня тут 100 в инту, блядь, 200 в СПД. Ой, 100, а 94 в СПД. Ебать, у тебя усилков мало. Да это не мой шаман, блядь. Сюда все быстрее подбежали, нахуй, дальше. Следующего пуляем. Я все понимаю, у тебя Саджира передамажил. Ну не без Т5. И что-то он не умирал, все нормально. А чего остальные поздыхали, я не понимаю. Турбо агро срывал. ЛР, я не знаю почему. У меня два раза подряд ЛП вниз ушло, и босс пошел. Трэш агро сорвал, потому что, сука, никто не бил в АУЕ, пришлось бить в село таргет. Я сорвал. Не знаю там уж с кого, с Вайда или с Алисы, но сорвал. Ой, ты не хочешь, блядь, этот самый бдительность дать на пана, чтобы он нормально начал бить? Или ты, как у него всегда, своей хуйней страдаешь? Если он кинет на танка, у него таунт будет, блядь, бесконечный. А зачем таунт ему бесконечный, если агро с него не будет рвать? А если одного сорвать? А если, блядь, только пан нахуй ДПС и только пан срывает агро, тогда да, нахуй. А если, блядь, полурейда срывает агро? Чем тебе бил-то не поможет? Почему всегда так Алису складывают, я вот понимаю? На каждом боссе. Потому что она... Блядь, ты прикалываешься на... Шо, блядь, это такое? Не выживешь. Со спины он не парирует, не блокирует, ничего. Господи, что она за херню поставила?
Да при чем тут трение, если танк спиной поворачивается, о! Все это. От души вообще по-братски. Че, скинул ссылки его назад? Ребафов уря, знали. Где рыба, я не вижу. Я уже затыкали, нахуй. Понятно. Можно рыбу, пожалуйста? На. Спасибо. Сейчас будем смотреть ДПС по трэшу. Виби в босса 7 лямов, но по трэшу по лямам. Даже не по всем лямам. И чё, это плохо? Да. Ты 5 хули. Тролль.